буквально значение слова «какой». Вот если возьмете словари, вы посмотрите, что демократия – это не народовластие, потому что народ – это охлос. Охлократия – это власть народа. А демос – это прослойка охлоса, которая богатая прослойка охлоса, которая имеет рабов. Это рабовладельческий строй был. И демос – это как раз рабовладельцы. То есть на самом деле демократия – это власть рабовладельцев. У нас никогда рабства не было. Никогда Россия не имела там ни рабов, только с приходом там.